В этом видео я хочу показать, как мы можем поменять цвет объекта, и работать мы будем в приложении PixArt. В итоге мы получим такой результат. Вот у нас есть исходное фото. После обработки мы получим вот такой вот результат. То есть мы поменяем цвет выбранного объекта. Итак, давайте приступим. Итак, мы заходим в приложение PixArt, нажимаем плюсик. Здесь вверху у нас фотогалерея, выбираем исходное свое фото. Здесь мы идем во вкладку «Эффекты». На нижней панельке выбираем панельку «Цвет». И на второй панельке выбираем вкладку «Раскраска». Еще раз нажимаем, и у нас здесь есть два ползунка. Первый нам дает интенсивность, то есть либо вообще исходное фото, либо интенсивность этой закраски до максимума, а тон дает нам цвет. Как вы видите, цвет меняется. Ну, давайте выберем такой розовый цвет. Но, как мы видим, поменялась вся фотография. Для того, чтобы получить нужный нам эффект, мы выбираем инструмент в верхней панели, выбираем инструмент резинка и начинаем вытирать то, что у нас не должно быть закрашено. Резинку мы, прозрачность выставляем на 100. Размер самой резинки можем регулировать. Резкость краев тоже можем регулировать. Вначале выбираем крупными мазками, убираем основной фон фотографии. А дальше мы можем сделать размер резиночки поменьше, саму фотографию расширить. И здесь уже более тонкая работа, но здесь еще пока не надо. Убираем лишнее. И потом можем уменьшить размер кисточки, расширить фотографию. И здесь уже начинается более тонкая работа. Сейчас я ускорю видео, чтобы показать вам. Потом мы посмотрим на результат. Если мы резинкой ошиблись и вылезли за края, у нас есть инструмент вернуть, это кисточка. И кисточкой мы закрашиваем опять в нужный тон. Снова берем ластик и продолжаем. Итак, друзья, я выделила нужный мне объект. Как видите, работа кропотливая, и нужно постараться. И теперь я хочу вам показать еще один небольшой фокус. Значит, здесь мы ставим галочку. Теперь еще раз нажимаем на вкладку «Раскраска». У нас есть ползунок «Тон». И смотрите, что происходит. Мы ведем этот ползунок, и цвет нашей кофточки меняется. Вот такой интересный эффект. Вот нам, например, понравился вот такой фиолетовый цвет, мы сохраняем в галерею. Вверху стрелочка вниз — это сохранение. И, например, какой-нибудь еще вот такой терракотовый цвет тоже сохраняем в галерею. И давайте посмотрим, что у нас получилось. И вот, как видите, из нашего исходного фото мы получили вот такие разные фотографии. Ну что ж, друзья, на этом буду видео заканчивать. Если было полезно,
Буду рада вашим лайкам, комментариям. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!